Орлиные скалы – отдельное скальное образование в системе гор Биштау. Высотой около 200 метров, 547 метров над уровнем моря. Известны жителям близлежащих городов своими причудливыми скальными формами. Подходя близко к Орлиным скалам, мы видим многолетнее образование в виде водопада, круто смотрящегося на фотографиях. В общем, мы проделали путь до Орлиных скал. Поднимаемся сейчас, такой довольно крутой подъем. Но мы уже не в первый раз, поэтому опыт большой. Скоро доберемся до них и увидим эту красоту. Правильно? Да. Вот, товарищи, ну все, видите, камни, камни. Ну, если у вас есть палки, то вы можете сюда легко. Тут недолгий подъем, 300 метров, правильно? Ну, да. Или 500, 300, по-моему, метров. Ну, просто он такой крутой. Но стоит того, потому что все красоты Орлиных скал мы скоро увидим. Всем-всем большой привет. Всем привет. Ты сюда скажи. Всем привет. Это идеальное место для рассветов и закатов. Игра солнца, тучи и облака. В это место влюбляешься сразу. Спина орла, она похожа на застывший кратер мифического вулкана или гигантские гнезда птиц. Орлиные скалы. Сзади мы видим Железноводск. Смотрите, не все это могут. Но смотрите, есть люди, которые это не могут. Вот спуск по этому месту еще и с двумя рюкзаками. Задача усложняется. О, готов. Сейчас вам покажу, что здесь совершенно не страшно. Да? Да. Даже с одной рукой. Вот кто-то не мог с двумя руками, а с одной рукой спускаться. Вот так выглядят Орлиные скалы. Видно, что это орел с крыльями. Очень красиво.
такая красота. Всем хорошего дня. Нам предстоит еще подъем на Малый Тау. Вот мы заканчиваем подъем на Малый Тау. Не скажу, что он такой там долгий. Ну, крутоватый, но не такой он долгий. И вот, кажется, очень красивый вид. Сейчас мы его увидим. Очень нравится вид у нас Малого Тау. Потому что Малый на большой. Красота. Ну, сел. Ну, что ты сел? Я что, сел? Пошла, пошла, пошла. Мы видим гору Лохматую и Большой Тау. Из достопримечательностей мы еще видим Алексея Евдокимова. Он тут сидит, и сидит он здесь от лета до Нового года, до зимы. Сторожит Малый Тау от разбойников. Вот так. Это горный человек, видите? О. Всем хорошего отдыха. Как нам? Тут жарко. Жарко, жарко начинается. Ну вот мы почти добрались. Мы были на Малом Тау. Теперь мы идем на Большой, поднимаемся. От Седловины. Вот оттуда мы поднимаемся теперь на Большой. И здесь мы что видим? Мы видим кипрей, иван-чай. Его называют. Наши предки пили его. Очень полезный. Прям поля. Сейчас покажу. Красивый такой цветочек. Красота. Вот. Вот Малый Тау. Причем это расстояние прошли мы легко. Вполне. Вот это красота. Вот этого кипрея. Его только можно здесь найти. На вершинах Биштау. Вот такая красота. Кто-то, говорит, срывает и чай потом делает. Я люблю очень Биштау. Очень красивые виды отсюда открываются. Просто дух захватывает. Вон там товарищ сидит, отдыхает. Он меня снимает, я снимаю его. Так что, дорогие мои, ходите по горам. Очень красиво. Товарищи, ходите по горам. Это классно. Да, он подтверждает, что такое круто.
Очень красивый цветок. Дина. Слабо вам подняться с орлиных скал на Малый Тау? Вот, да. Нет. Маршрут был такой, что с орлиных скал поднялись на орлиные скалы, поднялись на Малый Тау. С Малого Тау спустились, вот мы. Спустились в седловину. Вот мы спустились. И потом и мы идем на Большой Тау. Вот он, Большой Тау, но там еще его не видно пока, саму верхушку. Вот. Ну, отсюда подъем кажется не такой крутой. Вот. Ну, это район города Лермонтов. Как мне нравится этот цветочек. Ты расскажи, что это иван-чай, кипрей, трава. Вроде бы. Сказал, что ты иван-чай снимаешь. Вот он, иван-чай розовый. Сейчас я попробую. Вот он, иван-чай. А это... Володя чай. Володя любит чай. Володя любит чай. Разный. Иван-чай, да. Пуэр, мате. Да. С собой мне мате. Володя чай. Крузачки, так что пейте чай, просто разбирайтесь, какой для каких случаев пить. Да. И будете жить очень качественно. Много чаев сможете легко преодолеть тот путь, который преодолеваем. Да. Ну, по крайней мере, видишь, выпили мате, и вон ты, вон пошел. Да. Но здесь не только мате, я мате чуть-чуть выпил. В основном все-таки повлияло то, что вода, конечно. Все, так что метод... всех ждем, ждем горы с нами. Кто хочет, приглашаем. Поднимайтесь с нами. Но некоторые ленятся, не все решаются на это, на эти подвиги. Вот сегодня такой у нас рекорд, чтоб и на Малый, и на Большой одновременно в один день зайти. Потом пойдем по толпе КГУ, я покажу позже. Всех целую. На старт. Не-не, а вы скажите, как зовут, сколько лет? Так будет лучше. Владимир. Город Лермонтов. 69 лет. Пробный забег на 30 или 40 метров до камней, которые там видно. Стартую. Супер! Класс! Вот, дорогие наши зрители, мы и совершили подъем на Большой Тау с Малого Тау. Поставили такой, как рекордик. Вот. С Малого Тау на Большой Тау, в принципе, комфортная дорога, мы даже не устали. Да. И нам еще предстоит спуск по тропе КГО в сторону Пятигорска, что мы сделали такой большой маршрут. Вот. Встретили спортсменов, причем пожилого возраста, что доказывает то, что люди, занимайтесь спортом. Кто хочет спортом заняться, это мой спортзал, даже, возможно, причина, что деньги платить, спортзал, это все равно. Есть горы,
особенно в наших местностях. И можно ходить в горы и реально оздоровляться от природы, от вот этого вот иван-чая замечательного. То есть мы получили огромное удовольствие. Так что это? Мы горники. Да, мы горники. Так что... Это самый такой, самый большой рекорд. Маршрут у нас. Ну, встретимся, мы еще будем спускаться, так что пока мы еще не полностью, но уже мы много что преодолели. Уже спуск, уже это дело уже второе. Все нагрузки мы выполнили. Да. Всем привет. Вот сейчас покажу. Вот, и мы поднимаемся. Сейчас я быстрее пойду, чтобы показать. Так. И ты поднимайся там. Вот первая лавочка, вторая лавочка. Вперед, горник. Вот Малый Тау, мы оттуда спустились, поднялись сюда. Ну, в идеале, конечно, я бы еще собрался на третью вершину Лисинос за один день, но для моего друга это вполне достаточный рекорд. Ну, даже для меня, наверное. Там Пятигорск. Вот я только слышишь, не знаю, как вот это называется гора первая. Лисинос. Это Лисинос, по-моему, есть. А вон она. Монастырь вон он. Да, монастырь. Да, стопудов, смотри, это Лисинос. Это монастырь. Это Лохматая. Это Малый Тау. И мы стоим на Большом Тау. Еще там где-то козьи скалы. Козьи, наверное, там где-то скалы. Там где-то козьи скалы. Как я по карте. Ну, я... А давай посмотрим, правда. Они довольно высокие. И вовсе не жарко. Вот если день жаркий, то на горе нормально, вполне комфортно. Перед спуском, я думаю, надо посидеть. Лёш, скорее всего, вот они. Иди сюда. И они, посмотри, они по вышине, по почти что как Лисинос. Поэтому они и сложно было мне подняться на них. А, тоже. Козьи. Мне кажется, да. И прилично, смотри, как они возвышаются. Прилично. Друзья, если вы знаете точно, значит, скажите, да, что это... Это козьи скалы, как я понимаю. Это тоже был козьи скалы. Лисинос. Шебудивая там гора. Ну и наш любимый Машук. Леша, а это озеро, да? Ну, Пятигорское. Там Юца, Джуца. Мы просто тут шли вот в сторону, вот туда и вот там. Дедушку что-то я не вижу, уже он уже обошелся и пошел вниз. Наверное.
И девушка тем более, которая еще до него. Ой, мне нужно от тебя, чтобы ты меня сфоткал в очень экстремальном месте. А оно было где-то, скорее всего, там. Пойдем прогуляемся немножко. Оно по пути, по-моему, к спуску немножко уже идет. Я пока его не вижу. Сейчас я когда увижу его, то самое место. Ладно, сейчас. Я так хочу, чтобы лето не кончало, чтобы оно за мною мчало, за мною след. Я так хочу, чтобы маленьким и взрослым удивительные звезды дарили свет. Лето, ах, лето, лето звездное, звонче пой. Лето, ах, лето, лето звездное, будь со мной. На-на-на-на. Всех с летом, чтоб это лето не кончалось. Замечательное лето, теплое.